Всем привет! Это 5 минут Москвы. У нас выпал снег. Люди бегут на автобусы, с автобусов, в метро. Странно. Но детишек и мамаш, вечно болтающихся здесь, нет сегодня. Листья и снег. Очень красиво. Для тех, кто отдыхает на теплых морях, ловите наш холодный привет. После морей вам будет шок. А мы уже привыкшие. Но очень красиво. Сказка. Просто любуйтесь. А у вас как с погодой? Тоже снег? Посмотрите, как красиво лежит трава. А снег и снег кругом. Помнится, была такая песня в советское время. Хотя многие мои подписчики не знают. Наташа, привет! It's snow. Hello, my friend. How are you? Hi in Minsk. Наташа, у тебя тоже снег? У нас просто Москва очень большая, и в одном месте может быть снег, а в другом еще может быть только дождь. Ну что, если только на метро ехать из конца в конец 1.5-2 часа. Наташа, одевайся теплее. Холодно? Бедный пёсик. Мистер Дональд под одеялом. Сказал, что не выйду. US Moscow? Лавочка в снегу. Красиво. А помните, как-то одно время я вам показывал этот же парк, но летом, когда кругом листва зеленая, шашлычники сидели на каждом углу, с детьми гуляют. Вот там, кстати, выгул собак. Ну, ни одной собаки не выгуливают. Ну, Наташ, куда твоя деваться? Мой сходил в лоток, и все. Все в снегу. Красота. Да, это мне неудобно. У меня же один за другим идут. Да в магазин я шастаю. В магазин. С утра пораньше. Все бегут на работу, а я в магазин. Плов сегодня готовлю. Потому что сегодня что? Секси-пятница. На Урале уже давно лежит снежок. О, хорошо. Наверное, на лыжах катаетесь. А у нас пока вот снега грязь. Раз появился. Это мой красивый парк, ребята. Yes, it's time is show. And snow. Зима рядом. Она идет. Видите, как бело-бело.
Говорят, в Москве плохая экология. А вот уточек слышите? Была бы плохая, утки бы здесь не водились в таком количестве. Ну, немножко, сейчас билет куплю и прилечу. Куда ж деваться, коль ты из меня зовешь? Беседочка. А здесь, помните, шашлыки жарили? Ну, нет никого, никто не жарит. Просто снег. О, собачники. Все-таки кого-то выгнали на улицу гулять с собаками. Какие сосны. Красота. Сейчас я покажу вам рябину, которая у нас тут в очень большом количестве. Видимо, да, действительно, шашлычники замерзли. Мы должны найти тогда хотя бы замерзшие, окоченевшие истуканы. Или их съели утки. Вон они, уточки. Но мы не бегаем, пока ходим по снегу к грязи. Но зиму-то обещали аномально холодную. Возможно, и придется бегать уже скоро на лыжах. Сейчас дойду до рябины, покажу, какая красота. Действительно, Наташ, в любую погоду шик. Ой. Скреплю по снегу. Рябинники, видите? К сожалению, не так передает, как видно на самом деле. Но это просто безумная красота из красного цвета. Кто-то уже даже повесил кормушку для птичек и снабдил ее едой. Молодцы-то какие. Люди добрые. Согласен. Ну вот, просто хотел похвалиться красотой, которая у нас сейчас происходит. Всех люблю, всем целую. Пока-пока.